Сегодня утром состоялся бой-реванш между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером. Все закончилось в первом раунде. Боковым Бейдер опрокинул Федора на настил клетки и провел затяжную безответную серию ударов. Рефери остановил бой. Самое эпичное случилось после завершения поединка, когда Федор положил перчатки на настил клетки и сказал: «Я закончил. Спасибо всем». Резюме. Федор действительно всем и все давно доказал. Эпохи сменяют друг друга, и это естественный процесс. Не у всех получается уйти красиво. Но тем не менее, Федор Емельяненко навсегда вписал себя в историю мирового ММА, за что ему и спасибо.